Государственное акционерное общество по управлению недвижимостью объявило конкурс на поиск партнера, который бы за свои средства выстроил в Таллине на углу улиц Сур и Вяйки Америка комплекс зданий для 4 министерств. Это первый столь крупный проект государственно-частного партнерства, схема которого напоминает ту, что используется мэрией Таллина для реновации школьных зданий. Частник вкладывает средства, рассчитывая на долгосрочную аренду по рыночным ценам, а государство избавлено от необходимости крупных инвестиций, при этом получает в распоряжение современное здание, спроектированное с учетом нужд ведомств. Вместо более чем 20 тысяч квадратных метров неэффективно используемых сейчас площадей в 4 различных точках, чиновники получат 14 тысяч квадратов в одном, причем весьма удачном с точки зрения логистики месте. За 10 лет планируется сэкономить не менее 8 миллионов евро. Первый момент, там будет синергия. Все-таки 4 министерства вместе там работают. Значит, и качество работ, я думаю, что будет лучше. Второй момент, это мы будем экономить в этом, что вот сейчас у 4 министерства там разные... У всех есть разные функции, разные там помещения, вот, но в новом помещении вот все эти услуги, которые они получают, они будут вот в одном месте. Значит, экономим и там. И ну, это тоже очень важно, что вот затраты на энергию будут меньше. В новом здании пропишутся Министерство финансов, Министерство экономики и коммуникаций, социальных дел и юстиции. Подобное соседство, как планируется, поможет не просто сэкономить на хозяйственных затратах и обслуживании одного здания вместо 4, но и повысит уровень взаимодействия чиновников и качество предоставляемых ими населению услуг. К тому же здания, в которых сейчас располагаются эти ведомства, находятся весьма в привлекательных с точки зрения развития недвижимости местах Таллина, и от них в будущем можно будет с легкостью избавиться, еще и заработав при этом. Планируется, что строительство суперминистерства будет завершено в начале 2016 года. Это здание, к тому же, станет первым шагом на пути выполнения евродирективы, согласно которой все общественные здания в будущем должны стремиться к нулевому потреблению энергии. Дмитрий Кукушкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.